Всем доброго времени суток. Я мчу на станцию, где ходят поезда. Я еду в Рим сегодня. Я хочу зайти в магазин пряжи, докупить там свою пряжу на свитер. Также хочу купить пряжу на сумку. Также зайду в КОС, зайду в Зару и еще куда-нибудь. Беру вас с собой. Кому интересно, вот так выглядит стационный терминал. Здесь очень много полиции. Ну, это нормально. Вот я иду на выход. Вот здесь покупают билет на электричку. Я вышла. Естественно, как и везде, стоят такси. Очень много. Светит. Видите, обед, рестораны переполнены, нормально. И вот я дошла до какого-то палаццо, поворачиваем. Извините, не судите строго, я не живу в Риме, я не знаю, как называются все эти здания. Просто показываю вам дорогу. Я сейчас на площади Барберини, очень люблю это место, мне нравится этот фонтан. Если кто не знает или не помнит, вот здесь первый раз, когда я познакомилась со своим мужем, вот здесь первый раз мы ночевали с ним. А напротив вот такое вот атмосферное кафе. Вон вот там наверху, там где растут цветочки, у нас был номер. Ну так, я уже на Виа Национале. Здесь еще чуть-чуть, и будет КОС и Зара. Я хочу зайти в оба магазина, посмотреть, что там есть интересного, ну и вообще. Итак, я выхожу на студент Испания. Вообще в Испании. Сегодня очень жарко. Я уже, наверное, говорила. Так, я у Цели, на Виа Баркадон. Обед, как видите, все рестораны переполнены. Это Каролина Эррера. Босоножки. Кстати, у меня есть босоножки Каролина Эррера. Они очень удобные. Это магазин Джанвито Росси. А напротив Спорт Макс. Брунелло Кучинелли. Давайте посмотрим, что у них красивого в витрине. Соломенная шляпа, красивые шорты. А вот на той стороне за декольтер. Заодно покажу вам окружающих. Здесь очень красиво, кстати. Эдди Мотель. Я не знаю. Помела, это реклама. А вот и КОС. Ну, какое зеленое платье, идем. Знаю, что в КОСе нельзя снимать, но я пока по-быстренькому, пока нет продавцов.
сколько стоит. 99 евро эта плата стоит. Вот такой вот. Такие шорты трикотажные. Я, кстати, хочу показать, что у меня вот такая длинная рубашка сегодня. И в косе также очень много вот таких вот длинных рубашек, похожих на мою. Копирует. Вот это не... Какие сережки оригинальные. Они, правда, легкие. 39 евро стоят. Мне, кстати, нравится вот это вот нежно-зеленое платье. Сколько оно стоит? 79 евро. Длинная, красивая. Такая маечка Кос. Совершенно обычная вафельная. 15 евро. Ну, не так уж и дорого. В общем-то, покажу вам, что здесь есть. Вот, по-моему, футболки. Да, вот это лавандовый красивый цвет. Смотрите на эту плетеную сумку. Обалдеть, слушайте. Она, конечно, зачетная. Кстати, цена ее 69 евро. Не так уж много, в общем-то, для мировой революции. И вот эти вот шлепки мне нравятся. Но они сильно закрыты, для лета будет не жарко, они стоят 99 евро. Также есть вот в таком вот цвете. Думала покороче, нет, не короче, просто, может, покороче, наверное, покороче, да. Дамки. И такое вот какое-то зеленое платье. А, вот это мне нравилось, кстати. Я, наверное, его померяю. Это 16-й. Большой. Мне нужен 14-й. Сейчас заодно скажу вам, сколько оно стоит. Оно стоит 89 евро. Это 14, да, вот этот вот размер. Такая вот ярко-зеленая безрукавка. И вот посмотрите, какие сережки интересные. Вообще много жемчуга в косе. Достаточно красивые украшения, особенно вот эти вот. Хочу сказать, что магазин здесь трехэтажный, достаточно большой. Вот эта сумка очень интересная модель, посмотрите, какая. На самом деле, моя страсть и любовь — вот такие вот сумки-мешки. Я их очень люблю. Сюда, знаете, как мусорное ведро все накидал. Здесь есть, кстати, мешок внутри. Но ценник пока не достану. А вот, ну, они пусенькие такие. Сколько? Поняла. Посмотрите, какая класснючая шляпа. Мне, по-моему, идет, да? Ничего, так симпатично. Кстати, цена шляпы 45 евро. Что я выбрала? Не так уж много одежды. Платье, шорты, кофту и купальник. Ну вот, она мама для мамонтенка. Вот такая вот кофта. Видите, вот такое вот она... как сказать, дырочку, да, и шорты. Ну, для меня они короткие. Короткие, и у меня ноги не очень красивые в старости, так что нужно шорты подлиннее. И вот это вот желтое платье, ну, вообще я там без ума. Такое нежное, еще подзагорелое тело, было бы вообще шикарно, мне кажется. Как вы думаете, стоит мне по поводу заморачиваться или не стоит? Я вся в раздумьях. Время, походу, все контентно в каждом углу. Здесь так, кстати, такой красивый парк. Я вот дошла. Иду куда-то, иду. Сама не знаю. Иду по навигатору. Надеюсь, не заблужусь. Видите, как здесь красиво в парке. Я-то не захожу, просто прохожу мимо. Хочу вам показать. На самом деле, что-то я засиделась слишком дома. Я прошла всего лишь 40 минут, ну, может, час в общей сложности, и уже очень сильно устала. А мне еще нужно в магазин пряжи, в котором я еще не была, потом вернуться на станцию Термини, сесть на автобус, час ехать до торгового центра, там еще походить, мужа подождать, потом меня муж только заберет домой. О, елки. В Риме уже вовсю цветет джельсамин. Запах неимоверный. А я все иду.
И ура, крестьянин торжествует. Кафелан, вот видите, я дошла до нужной мне точки. Я уже испугалась, что он закрыт. Нет, магазин, слава богу, открыт. Заходим, он маленький. Такой вот. Коза. Кости колоры. Ой. Очень красивые виски. Грация. Стоит аниматок 3,80, так чтоб я не забыла. Ну, такой магазин очень высокий. Бобины все здесь есть. Сегодня была и в китайском районе. И за мной вон афроамериканский район. Божечки. Когда же я уже дойду? Смотрите. Ой, мама. Ну я уже возле станции, слава богу. Так что осталось недолго. Так, наконец-то я добралась до центра Порто-де-Рома, коммерческого центра. У меня уже большой пакет с нитками тяжелый. А мне еще в Зару, в Зару Хоум. Ну ладно, пойдемте. Ну что, здесь хотя бы не жарко. Хорошо. Как видите, спокойно. Людей немного. Сейчас надо жахнуть кофейку. Капучинки. И идти дальше. Вот там в кафешке я выпью кофейку. А вон напротив Зара. А дальше Зара Хоум. Вот так здесь атмосферненько, хорошо, спокойненько. Страдивариус нет, это чересчур, извините. Хотя, вот смотрите, какие шлюпки я вижу прямо на входе. Симпатюли, да? Можно было бы померить, сколько они стоят. И вот такие вот 29 евро. С переплетиком. Кстати, в этом году прям какое-то нашествие вязаных изделий. Дочка моей подруги София попросила связать ей топик, а я все никак не соберусь с силами и с мыслями. У меня капучинка, так как пить еще возле кафе нельзя. Я взяла на вынос. Вот так. Так, пойдемте в Зару. В Заре сейчас просто буйство красок. А, кстати, много белого. Много. И людей много. Это что? Это шорты. Какие яркие. 29 евро они стоят. Я уже увидела цену. Ну, короче, 30, да? Очень даже ничего. Ай, вот эти симпатичные. Ну, короткие. Мне так точно не подходит такое. Посмотрите, вязаные сумки. Я прям угадала с вязаной сумкой. Вот свяжу и буду самая модная. Какое платье? Сколько оно? 49,90. Прям Missoni сплошное, а не Zara. Смотрите, как красиво. 16 евро всего такая маечка стоит. Ну, можно купить и не париться. А вот такие босоножки. А это, знаете что? Это вязаные крючком кольца. Ничего себе. До чего техника дошла. Впервые я вижу в Заре шелковые платки. 100% шелк. Сколько стоит, интересно? 30 евро. Я же говорю, буйство красок. Посмотрите, какое платье. Ничего такое, да? Ой-ой. Что хочу сказать, в этом году Зара приятно прям удивляет. Столько всего интересного. Ну и разбирается тут все хорошо. Людей очень много. Берут все. Вот эти босоножечки. Тяжеловатые. Также вот эти, но я не хочу через палец такие. А вот эти... 39 евро они стоят. Ну нет, это не мое, извините.
Кстати, вот я нашла платье, очень похоже на то, что я видела в КОС. Платье, ну, там было с запахом. А здесь просто платье-рубашка, и там было более тоньше, более элегантнее, более утонченнее. Здесь грубее выглядит. Ну и как же я могла пропустить Zara Home? Да никак. Это обязательный пункт обсмотра. Вот, ну тут только красные и белые. Был бы, ой, белый и черный. Был бы красный, я бы с того, что я купила тостер. Но. Как видите, очень много дерева. Все натуральное. Сейчас прям какой-то пик натуральности. В мою молодость была модна синтетика. Сейчас модно все натуральное. Но я сюда пришла не за тарелками и за чашками и за салфетками. Я пришла здесь за босоножками. Здесь тоже есть босоножки летние, кстати. Какие шикарные корзины. Вот, посмотрите, какие здесь есть Zara Home. Есть вот такие вот сверху. Меня интересуют вот такие, которые снизу. Но, к сожалению, обе пары неудобные для меня однозначно. Давайте я покажу свои покупки. Ну, две наволочки обычные белые я купила в Икее. Также оранжевые шлепки Страдивариус. Хотя говорила, никогда ничего не покупаю в Страдивариусе. Ну, мне понравился цвет. Обычные совершенно шлепки на лето. Они мне обошлись в 20 евро. Мягкие, достаточно удобные бегать. И, естественно, нитки. Впрочем, зачем я ездила, да, это вот такие вот нитки льняные, они достаточно плотные, разноцветные. Я вам покажу чуть позже, какую я хочу связать сумку. И вот эти докупила зеленые, малиновые и серые на свитер. Это будет жаккардовый свитер, тоже как-нибудь покажу попозже. Вот такая вот красота яркая. И крючок. Крючок номер 4 для вот этих толстых ниток. Вот такие вот. Так, ну что, давайте я вам еще раз покажу, какие нитки я купила. Вот эти вот зеленые. Я покупила их раньше, начала вязать. Рассчитала, сколько мотков мне нужно. У меня это будет, немножко помялась, извините, это будет свитер с жаккардовым рисунком. То есть это будет зеленый свитер. Дальше будет малиновый зигзаг вот такой вот. И небольшие вкрапления вот такого серого. Когда свяжу, покажу. Это мохер и шелк. Один моток мне обошелся... Очень дешево, я считаю. 3,50. Вот я купила на свитер сколько? 8, 6 зеленых, один малиновый и один вот такой. Я надеюсь, что мне хватит. Ну, я, в принципе, уверена, что мне хватит. Если кому интересно, у меня вот такие вот деревянные спицы. Кстати, спицы стоят совсем недешево, 11 евро. И вот такие вот, вот эти вот нитки я купила, да? Они льняные, очень плотные. Знаете, такой как... По качеству как мешковина, что ли. И я вот уже начала, наплела себе. Я постараюсь вставить фотографию свитера, который я буду вязать, и точно так же фотографию сумки из интернета. Даже не из интернета, я увидела в передаче в одной у женщины сумку Louis Vuitton. Она связана крючком. И я хочу наподобие такой. Сейчас я посмотрела очень много вязаных изделий. И вот, вот такие у меня есть 4 квадратика. У меня есть еще вот такой цвет. Будет и вот такой. И обвязка будет черная. Обвязка сумки будет черная. Вот такие вот покупки ниток. А вот и непосредственно сумка. Также хочу показать, пофастаться новыми покупками. В нашем городе закрывают парфюмерный магазин Douglas. Это магазин типа Летуаля, зеленого яблока. Сефоры. И вот, не знаю, может на ремонт, может совсем закрывается, но скорее всего на ремонт. И решили сделать большую распродажу, 50%. И я, как говорится, как-то не одуплилась сразу, да, пришла уже после нескольких дней распродажи. И я купила мужу вот такой Dior Homme.
и Фаренгейт. Ему очень нравится. Ну, это колонн. И успела себе выхватить только две помадки. К сожалению, себе парфюм никакой не, я не купила. И там далеко не все с 50% скидкой были, некоторые с 20%. Но все же, я считаю, удачной покупкой. Кстати, вчера я купила Фаренгейт и Ив Сен Лоран. Но Ив Сен Лоран мужу почему-то не понравился, хотя у него раньше был. И мы сегодня пошли поменять. Хотя я вообще не надеялась на то, что нам поменяют, потому что скидка. Продавец сказала: окей, хорошо, у вас есть чек, вы вчера покупали, я помню, я знаю, и она нас знает в лицо, хорошо, мы часто покупаем, и она согласилась нам поменять. Конечно, этот мы купили дороже, с доплатой, но все же, это Dior Homme Intense. Моему мужу очень нравится Dior Homme, но предыдущий, в этом году выпустили новый, и у него немножко другой запах, а вот этот Intense, это старый, и насыщенный. И мы, конечно, очень довольны покупкой. Вот такой нам одеколон со скидкой 50% обошелся 65 евро. А вот такая, вот такой мне обошелся в 34. Здесь 75 миллилитров, а здесь, по-моему, 120, 150. Этот был изначально 127 евро, а этот 65, по-моему. И вот две помады. Я хотела, конечно, себе брасматик, мне очень нужен, закончились, но уже все разобрали. Вот такая помада, она достаточно яркая, оранжевая, кажется, да, но все равно это блеск, она более такой облегченный вариант, здесь была звездочка, но после первого раза использования она, видите, растворилась. И вот такая вот Клиник, это, по-моему, да, бежевый нюд, сейчас я вам покажу его, вот Сукар Поп называется. И вот я нанесла на руку вот это сверху, этот Сукар Поп Клиник, вот такая вот бежевая. А вот снизу оранжевая, это Dior. Кстати, у Dior есть еще такие мелкие частички перламутровые. И на губах смотрится очень красиво. Я думаю, на загорелом теле будет смотреться вообще обалденно. Ну, в общем-то, все мои покупки. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.